Установочка идет. В общем, такие часики не могут пацаны соприкасаться. На том телефоне, сейчас на моем попробуем. Че, где я его? Куда установил? Так, открываем, давай. А, че, включить, наверное, блюнту? Разрешить. Че? Устройство. Разрешить. Все. Вот тебя нашел. Или что? Тебя. Да, тебя нашел, меня не может найти. Все. Так у тебя, ну какой телефон покажи. Он, видите, сразу же меня нашел. Сейчас привязать устройство и все. А у тебя Мио. А, Huawei. Huawei не может найти, смотри. Так, давай прошивку тебя посмотрим. У тебя MIUI, наверное, прошивка-то еще. Система. Так, сброс настроек о телефоне. Модель какой-то Huawei Premier 2018 год. Версия Android 8.1. Внутренняя прошивка, USB статус. Так у тебя телефон не подходит просто. Ну, говорю, что надо. Ёкаламане, такой был хороший. Так что, ребята, смотрите, вот такие часики, кто спортивные будет покупать себе или своим супругам. С некоторыми телефоны сопрягаются, а вот с такими не сопрягаются. Так что проблема в телефоне, не в часах. Зашел чайку попить, а тут такая беда. Купили часы и не подходит. Сейчас из-за часов менять телефон. Тоже нормально. Вот так я нечаянно стал обладателем спортивных часов. Юльке подгоню. У меня сопрягается, давай их сопряжем. Он ждет. Сразу же значок появился. Вот так неожиданно привязать. Синхронизация идет. И все. Отвязать. 10:35. Столько же? Да, 10:35. Все. И я сейчас могу сбрасывать здесь. Так, что тут назад? Профиль. В принципе, я же могу сейчас это вам показать. Секундочку, сейчас мы включим запись экрана. Все, пошла. И что тут у нас? Мужской лет. Что-то ты мало себе поставил. Это... А я сколько мне лет-то? Прикинь, мне уже 41. Ё-моё, ребята, 41. Рост у меня 175, по-моему. Да, где-то плюс-минус. Вес. Вот вес я не знаю. Ну, давай килограмм. 80, наверное. Ну, 75 тоже, наверное, 80. 8, 76, хер с ним, пусть. Вот, не знаю, давно не вешался. Че, активность? Не знаю, цель сна 8 часов. Да, 8 часов не хватит. Километры, сантиметры, рост. Рост, килограмм, вес. А че тут? Рост, да, все. Так, и че тут? Делать больше назад. Уведомление, встряхнуть для селфи. Это что такое? Снимает, короче, часами трясёт. А, часами? А, вот какая интересная стрельба. Будильник есть, найти браслет. И что он делать будет? Ищет. Походу. Поиск браслета, а что его искать, он рядом лежит. Или как он у тебя будет? Через GPS? А, не знаю сейчас. А, во. А, нет, погоди. Найти браслет. Что-то непонятно, функция зачем? Не работает, походу. Активировать подъем кисти. О, классная штучка. Это когда вот так поворачиваешь, и браслет загорается. Да. Смотри. Оп. Оп, не знаю. А, вот, все, сейчас я его. Загорелся. Да, загорелся. Чук-чук. Бездействие. Я не знаю, что такое бездействие. Обновление программы, добавить аккаунты и все. В принципе, че тут? Сегодня сколько шагов, калорий жил пропущено. Дневная цель 8000 шагов, ну, это 8. Тут все измеряют, пока. Да, в процессе. В процессе сон сколько спал. Ну и все, что сейчас я буду этот... Как его? Спортсмен. Mm-hmm. Вот так буду. Часики. Смотрится нормально. Mi Band 2 у Юльки есть. А эти-то что, по... температура что ли еще есть? Температура тела, пульс, там шаг, сантиметр. Сердце. А, температура. Ну-ка, сейчас я надену, там все же... покажу. Сейчас посмотрим, как он реагирует. Вот так сейчас лежит, рука у меня спокойно, да? Ничего не снимает, смотрите. Оп. И все, загорелся.
Так, переходим сюда. Шаги, ладно, 20 километров, калории. Это как вот определять, не знаешь? Угу. Ну, вчера пришел мне основное, так посмотрел. Вообще-то я не могу понять. Может, здесь долго удержание? Здорово, Андрюха. А может, через программу? Может быть. Батарея. Читаю. Это у нас Mac. Это включить-выключить, не знаешь? Ну, еще раз нажимай. Еще. Непонятно, в общем. Андрюха. Как он температуру меряет? А, во, смерил. Смотри. Это пульс. Пульс? Это пульс. Не пульс, это давление. А, давление это, да. Точно, на этом останавливаешь. Давай сердце посмотрим, сколько у меня бьется калорий. Во, все, пошел мерить. Меряем, пацаны, ударов сердца сколько. Я взволнован или нет? Чаек еще пью, да, тут швыркаю за кадром. Да, просто, наверное, на этом останавливаешь, и он заделывает. Интересная игрушка. На сколько батареи пишут, хватает? 83 удара в минуту. А давление? 120 на 70, да? Пошел ему. У нас телефоны не подходят, сука. А это давление ртутного столба сердца, а точно надо? У меня-то подходит. Попробовали, ведь у него ведь сразу соприкасалось. Ну, соприкасалось. Но. То есть, знаете, а Samsung покупай? Но. Samsung. Нет, надо прежде чем такие вещи покупать, надо с телефоном просто заходить в магазин и смотреть, подойдет, не подойдет. 111 на 86. А 120 на 80, да, нормально-то? О, я как космонавт, ребята. Нормальное у меня давление. Так, часики оставим. Число сегодня 4, ну это синхронизировать Saturday. Мы сейчас расскажу. В общем, дядя Витя приехал. Мы сейчас едем отвозить квадроцикл. Он сказал, сейчас покушаем. Сейчас поедем, загрузим его. Целой оравой. Руками закинем в машину. Я думаю, справимся. Что там? 500 килограмм. Не так много. И все. И поедем. Отдадим сервисникам, пообщаюсь еще. Так, мы что тут решили? Что все, кому интересно, как мы сейчас его отвозить будем, все переходим на третий канал. На этом здесь, на лайв-канале ролик закрываю. А все остальное будет на лайв-канале. Так что смотрим. Все, пацаны, загружаемся все. Сейчас мы его будем закидывать. Так, мы сейчас ездили, квадроцикл отдали. Ремонт это на третьем канале. Я не знаю, меня видно, не видно. На третьем канале, в общем, смотрите, как мы его отвозили. Дядя Витя, куда сейчас едем? За запчастями. За запчастями какими? Передняя подвеска, все полностью. Передняя подвеска. Время 12:12. От наших дорог. 12:21. Просто умерла. Умерла подвесточка. Ладно, покажем, что как. По магазинам ходим. Вам-то горожанам это каждый день, а нам-то деревням это в диковинку. На люди выбираемся, у нас там 3 человека все живет, и то пьяные все ходят. А то цивилизация. Они ходят, ползают. Ползают, да. Сколько женщин за рулем красивых, да? Интересно, где денег берут на автомобиле? И машины красивые. Я говорю, машины за миллиарды, не миллионы даже. Мужики ездят на таких развалинах, а женщины на таких дорогих машинах. Парадокс. Есть своя прелесть, да? Быть женщиной, наверное. О, такой, смотрите, едет. На коп поехал мужик. Копателей сразу видно. По машинам. Блогеры выехали в город. Опять у тебя? Не рекламирую. Дрю какой-то меня поет. Торнадо, ёб. Со вкусом вишни. Чё там, никого нету? Толстый ушел в магазин по спринтерам. Вон там у нас. Спринтер автозапчасти. Тут, походу, одни запчасти. Одни магазины такие. Из этих. Как они? Вагончики называются, непонятно. А, Андрюха? Да. Из не контейнера, как они называются? Такие прикольно, да? Целый у них сделан. Планета авто, во как это называется. Ну, я знаешь, что забыл? Сальник купить. Мне надо сальник на 500-ку. Ёбка-ламане, я же хотел. Пацаны, забыл сальник купить. Меня, походу, там потеют.
А я потом в интернете выпишу. Просто доставка, зараза, 300 рублей будет. Сальник 100 рублей стоит. Ох, сегодня погода. Шикардос. Ехать бы, работать бы, да? Я вчера копал, между прочим, пацаны, я уже 3 раза на выезде был, или 4. Сегодня ролик вечером на основном канале, ну вы же, наверное, посмотрели, а может нет. Я в выходные все равно хотел отдохнуть на следующей неделе, потому что у нас везде снег в лесах, еще не проехать никуда. Я там деревушку нашел, которая на горе стоит, там и копались 3 дня. Золото, бриллианты, как обычно. Все. Ладно, что будет интересно, покажем. Какой джип прикольный. Лебедочку повесите, нормально. В общем, что случилось? Сходили сейчас запчасти, заказали. Понедельник, во вторник наберу. Там целый комплект толстый будет. Всю подвеску менять. На 25 тысяч заказали, Андрюха. Так что в понедельник все сделают. Сережа без колбасы остается. Сережа без колбасы, но... Ну ладно, докучен. Вот сальник-то я забыл. Ёкаламане. Придется заказывать. Хотя, может, за квадроциклом поеду и заберу. Я не знаю, я, видите, сейчас в понедельник они мне объявят, сколько будут ремонтировать. А потом, может, на 500-очки еще поезжу. Ладно, видно будет, разберемся. До Нарбы где-то съесть, и, может, заедем сейчас. В общем, он мне задачу сдал, знаете, какую? Говорит, достань резетку. Смотрите. Ты че, толстый, в твоем уме? Как я ее достану? Что там достается? Я же запихнул как-то. Я понимаю, что ты запихнул. Смотри, может, это как-нибудь уберется. Так ты сейчас остановишься, приедешь, и я тебе покажу, что это нереально, блин. Ты говоришь, достань зитку. Как называется эта приставка? Приставка называется цифровая. Ну, это вообще великолепное название. Digital, что он написал даже. Digital Corol. Corol, король. Color. Это Color. Не, вот это, говорит, достань. Как ты это достаешь? Вообще нереально. Ладно, приедешь, увидишь сам. Знаю. Едем мы, ребята, друга навестить. Друг у нас умирает. Радиатор Михайлович. Радиатор Михайлович. Нам не пустят, а он уже не может. Передадим ему бандерольку. И вон он приставку просит. А как мы его сделаем? Мне нереально ее снять. Какие мысли есть, пишите в комментариях. Как я это отрезать буду, а потом на изоленту прикрутить. Это специально, чтобы не украли, ты сделал, да? Мне кажется, сначала резетку проснули, потом ее ковали. И приваривали, и красили уже. Но у нас идет посыльный. Гонец. Сейчас все передадим. Что ты хочешь-то, коробочку? Надо где-то найти пульт, надо где-то все. Как ты ее снимешь-то? Как ты туда заснул? Здравствуйте. Сейчас, секунду, я не заснимал, я тебе говорю, ее не достать никогда. Сейчас мы резетку, я говорю, обрезать, он срежет. А как ты ее туда засунул? Ты че? Не-не-не, она тут целая. Откуда ты знаешь? Привет. То ли 56, то ли 63 года. Че ты отрежешь ему? А они прикрутят? Сейчас я разберусь. Это... Смотри, снимаешь, смотри, все же просто. Ну давай, давай. Мозгами-то это шевелить иногда. А я не видел, что она у тебя там целая. Ага, не видел. О-о-о, волшебник. Ну ты колдун. Подожди, сейчас еще пульт поищем. Сейчас пульт еще найдем. Пульт потеряли. Радиатор Михайлович вот здесь лежит. В больнице для смертников. Тут у нас, не знаю, что онкология или фиг знает. Надо толстого спросить. Не можем к приставке пульт найти, чтобы пацаны смотрели-то, в палате лежали. Ты посмотри, у него в бумагах там под бумагами обычно пульты у него валяются. В городе это уже лето вовсю, а у нас зима еще в деревне. Мне кажется, вот здесь и данный пульт лежит. Ладно. Сейчас пульт найдем, все покажем. О, собака немецкая. Тук-тук-тук. Гончая какая-то. Из парка вышла. Как говорят, денег нет. Че ты? У меня денег-то зачем просил? У тебя бабосов, мама, не верю. Не оставляй отпечатки. Отпечатков, голова не оставлять.
Ёкаламане. Так, куда едем, дядя Витя? Домой. Домой? Давай гамбургеры съедим. Донары. Но по донару хоть завези нас куда-нибудь. Я так люблю донары, ребята. Если в Киров я съездил, а донар не купил, то зря я ездил. День впустую, брат. День впустую, да. Можешь по Новятску проехать, не по объездной. Там. А зачем мы здесь развернемся? Вот есть на Волку. Ну и... На Волку, на... Пойди, комфортно, чтобы посидеть можно было. Давай. Мы там что с тобой возьмем? По молочному коктейлю. По молочному коктейлю возьмем. По донару богатырскому. Ну и Андрюшу угостим тоже. Че уж, приехали и раз так. Накормлю вас, господа. Че вы с такими пачками денег ездят? Куда ты деньги достали? Вон лежат, я че, взятку милиционерам дадим сейчас. Вон на подоконнике. Да, пачечку ему на трюк сунешь и скажи, не приставайте к нам. Потом за эту пачечку тоже засунут. А мы-то что? Я зафиксирую факт взятки и все. Мы даже ловим коррупционеров ловим в погонах. Так и ты скажи, что для этого водишь-то. Ты же это под прикрытием. Как Толя ФСБ, да? То есть надо премию дадут 10 раз больше этой взятки. Не нам, а тебе. Мы-то вообще тут не при делах. Ты же под конспирацией у нас. Я же поделюсь с вами. Вы же мне помогли разоблачить оборотня. Ты нас хоть донарами накорми, и то добро будет. У меня тут стекло затонировано. Я тут, знаете, что видел по этому? По интернету, по ютубу. Мужик едет на мотоцикле. А что такое интернет? Интернет — это всемирная паутина. Глобальная. Как по-русски. Че? Так и надо переводиться. Ты суть дела смотри давай, рассказывай. В общем, мужик едет на этом, на мотоцикле. У него ветровое стекло маленькое вот такое, ну декоративное, черного цвета. Останавливает ГАИ его и дает штрафу за тонировку. Замерили ведь все. Он говорит, ребят, вы что, бестолковые совсем? Он говорит, нифига. Потом он показывает, ну, начали разбираться в суде. Оказывается, ветровое стекло-то есть понятие ГОСТы, что оно должно делать и как оно выглядит вообще. К мотоциклам там никакого отношения ветровое стекло, оно вообще не относится. Я не знаю, чем судебный процесс закончился, но он, в общем, адвокатов нанял и все. Но опять маразм крепчал. У нас, походу, в органы людей необразованных берут некоторых. Вот так попадется тебе, да, такой, и ты потом будешь ему доказывать, что ты не верблюд. Что-то мужика из машины выкинули, он пошел пешком. Не, мне кажется, завалил водителя и свалил это. Ну он, я не говорю, что. Он сразу аварийку включил. Убил водителя. Засними его. Вот я его заснял, если что. Вы свидетели все. Стоп, или очевидцы. Магнит. Магнит. У нас в народе говорят, что сеть магазинов Магнита — это Путина. Правильно голосовал или нет? Как? Путина, что это сеть магазинов Магнит. Крышует, но, ну, в народе вот так говорят. Знаю, правда, неправда. И всех мелких розничных торговцев вытеснили вот эти. Большие. Всех вытеснили. Вообще всех. Убрали и все. Проезжаем, пацаны, мимо, и бочки продают. А мне как раз бочки надо. Ёкаламане, сейчас узнаем цену за одним и купим. Литров на 200 мне. У меня одна-то стоит. Мне на вторую, у нас воды нету. На, Андрюха, держи. Вот нам такую надо. Нормально. Подводить это большие. Пойдем покупать. Здравствуйте, нам бочечку надо. Вот такую, без крышечки. Вот он, 1200, да? 1200, да. Пожалуйста, да. Давай. А мне зачем тут? Что, воду сольем? Что вы снимаете меня? Ты что? Это я себя снимаю. Ножик на YouTube. Показываю, чем живу. Тем и зарабатываю на жизнь. Все, спасибо. Пожалуйста. А маленькие, по сколько у вас? Это 900. 900. Маленькая самая 500. 65 литров. С крышкой, что ли? А? С крышкой?
Брагу ставить. А? Брагу должен ставить. Что-то не знали, наверное. Вроде потом заедем. Я что, не знаю, вот такая-то мне нужна. Ладно, все, спасибо. Чего? А у меня же одна-то есть. 1200. Котечка у меня, ребята, новенькая. Че, опять свобод? 1200 рублей. Все, поехали дальше. Это у нас на объездной, если что. Опа. Телефончик засветим. Чик. Приближу там, если что. Если видно, вот. А может, не видно. Я тут снимаю в 2,7К. 4К стабилизация не работает, 2,7 нормально. Из-за этого потом его до 1800 в редакторе... Ой, 1080 в редакторе сжимаю. И нормальное качество, мне нравится. В освещении камера хорошо снимает. Чуть-чуть, конечно, темно, когда все уже начинается шум. О, бочку-то взяли, вот я не знаю. Если что, потом купим. Они же тут постоянно, да, продаются? Огород-то начну садить, так. О, замечательно. У нас пост ДПС, но уже не рабочий. Глушилка здесь где-то стоит, сотовой связи. Вон она стоит, вон там, по-моему. Глушат все, что можно. Все, в Донарку, ребята, приехали. Опачка! Опачки, вот окулечки. Взял на контур и заехал. На, Андрюха. Давай. Пойдем вместе до мара. Правильно, еще по газону я тебя обошел. Ты что, будешь этот? Че? Молочный коктейль. Че, я как все, я за любой кипиш. Пойдем тогда. Донарочка у нас. Сейчас мы возьмем донар, поедем. Все покажем. Смотрим. Может, здесь не будем, между прочим. Сережа при вас готовит. Донарка, между прочим, только в нашей области. У вас такого нету. Я хвастаюсь нашей донарочкой. У них такого нету. Да, я возьму 3 штуки. Это турецкий один в руках держит, а вот этот у нас богатырский. Вообще тема. Боятся камеры все. Но нас это не тревожит. Чуть ему. 41 номер вообще такой дает. Бюллетенчик. Чего я взял? 3 богатырских и по большому коктейлю молочному с вишней. Сыровато. Так, все у нас вышло. 660. Можно здесь вытереть, пожалуйста. 660 рублей. Сейчас ждем, сделают, покажем все. Так, все прилично, тепло. На вымпеле такие делают. У нас на вымпеле, где двери делают, вот такие штучки всякие. Таблички для домов, брелки. На лазере вырезают. Между прочим, хороший бизнес. Сколько ты за него заплатил? Подарок. Мерзавец. Ты нормально сними, ты вот так вот. То я снял уже, что ты? Ты перевернутый снял. А, перевернутый. Ключи потеряете, по номеру найдут, между прочим. Ребус. Можете любой заказать. Ко мне обращайтесь, я найду. Или вам к нему, он последний выступит. Все, показываем. Богатырские. В общем, здесь все у нас. И зелень, и лук, комплексные обеды, плюс молочные. Цена всего удовольствия 660 рублей. Всем приятного аппетита, господа. В частности, мне тоже. Все. Что, тебе-то? Тебе. Я сейчас покажу, как ем. Это как-то ускорено? Нет. Потому что люди с нами тоже едят. Да, вон тогда это. Дегустация. Ну как? Тема. Всем приятного аппетита, господа. Любитель долларов, нет?
Канал любителя Донара. Посвящаются. Всем посвящаются, действительно, любителям Донара. Все, приятного аппетита. Мы кушаем. Не знаю. Все, мы пообедали. Я чудо объелся. Нам мясо увидели, что мы снимаем. И мясо столько нахерачили, что у нас бутерброды не закрывались. Народищу. Ого. Все, мы отсюда сваливаем. Посвоясь. Давай. У нас вот здесь вот такая очередь. 1.5 километра. У нас там железнодорожный переезд есть на Авецке. И никак они не могут его под мостом пропустить. С 80-х, да. 10 раз денег выделяли и все. В Чепецке сделали, да, мост. А здесь вот мы стоим по 2 часа. На автобусы они GPS не ставят, маячки. Вот из-за этого переезда стоишь зимой, по 1.5 часа мерзнешь, ноги околевают, женщины беременны, с детьми стоят на остановках. Ну, с деревень там в райцентр едет, в Кумены, да? Поставьте, да выходит. Ну, кто на Вятске ездит, в Кумены тоже автобус идет, опаздывает постоянно. Вот, и GPS-то навигация главное есть. Вы привяжите ее к программе, которая по городу ходит, в пригороде, вот, и все, вам довольно будет. Ни мосты не делают, ни GPS не делают, в общем. Отстали мы пока. Может, когда-нибудь сделают. Зато у нас новый губернатор сделал электронные остановки, понял? Я видел. Я интервью с ним смотрел, так. С Казани какой-то мужичок заехал сюда. Говорит, будем электронные остановки делать тот год. Ему говорят, ты лучше дороги делай. Что-то я поел так, и мне так тяжело стало. Может, тебя в больницу отвезти, промывание тебе сделать? Нет, мне надо полежать, и у меня пройдет все. А что, промывание не надо делать? Я когда в госпитале лежал в Москве, накосячишь, и все, там всех пугали сразу же клизмой. Клизмой. Вот, клизма тебе сделают. И все, живой. Пацаны такие придут там, а меня обесчестили сегодня. Клизму поставили. Все, перевес открыли. Не знаю, показать вам, не показать, там 2 километра переезд. Пленки не ходят, батареи не ходит. Но раньше, да, такая была проблема, пленки не хватало. Сейчас батареи не хватает. Почему-то ученые не работают. Не в то ушли. Область нужна какая? Емкость батареи там, или вообще технологии менять, заряда батареи вообще. А они что делают? Они идут в сторону быстрой зарядки. Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0. Чем самым убивают батарею. Срок службы ее меньше делают, если большие токи. Не мне вам объяснять. Вы вообще принципиально переработайте систему батареи, да? Можно же что-то все равно придумать, мне кажется. Или уже вообще мы в тупик такой зашли, что уже все. Законы не работают больше этого. Как он называется? Ну там один хер придумал закон, что каждый год технологии должны развиваться. В процессорах мы уже уперлись в нанометры и больше развиваться не можем. Сейчас идет многоядерность. Но не мне вам рассказывать, вы, наверное, это все прекрасно сами понимаете. Вон он там переезд, уже 2 часа до него доезжаем. Что бы ни сделать, вот мы сейчас до него доедем, и он опять закроется. Парадокс. И можно вот 3 раза вот так подъезжать к нему. Что бы вот, да, не сделать, тут туннель пробить, а там мост. И все бы было логично. Надо президенту обратиться напрямую, чтобы посодействовал. Он говорит, Нотр-Дам-де-Париж, правда говорят, что наш президент хочет помочь восстановлению Нотр-Дам-де-Парижа. Де-Пари. Может, клуб наш Спалим тоже поможет. Но. Не смотреть, не сейчас это сказал. А что? Прокатит. Дай бог, он сгорит там, ребята. Вот он переезд, блин. Стекла-то разбили. Головное дело заведено. Все, едем, освояси. Все, приехали, камера садится, сейчас бочку выгрузим. Под конец я еще... О! Очки. А, очки-то точно. Я тебе взял? Да, я документы все взял. Да. Сейчас сумочку еще покажу, которую взял на лето, на пояс. Ну, вместо рюкзака можно. Очень удобно. Ты тащи пока бочку сюда. Сейчас я сумку принесу и пацанам покажу под конец. Сейчас все покажу. Давай, показывай ее пацанам. Вот такая сумочка. 2 отделения. Внутри. Что-то ничего не видно. Вот здесь отделение. Ну, видишь, туда рыжие. Документы, что-то. Рыжие отделение. Да, и сзади, смотри, еще отделение одно. Сюда что-то положить. И она регулируется вся. Или как рюкзаком ее носишь, или на пояс. Вот если я такую взял.
Потому что летом в шортах не знаешь, куда документы положить и телефон. Ссылочку оставлю, господа, в описании. Недорого стоит, между прочим. Это три цвета. Это сигареты. Тебе нравится? Блин, а кому это сигареты? Ну что ты? Валяешь, мои сумки новые. Не поваляешь. У тебя живот большой. Че, ну вон? Вон, где? Да. Можешь ее через плечо носить. Завидую, что у меня живот большой. Завидую, что у меня такая сумка есть. Можно на бочине, да? Ну все. Молодец, сзади. Чук. Чук. Ну как? Смотри, так что. Да, назад переворачивайся. Да, да. Все. Сюда, чук, все. Завтра, может, за иконы посмотрим, может, нет. Всем пока, удачи. Увидимся. Пока.